Так, друзья мои, всем привет! Произвожу укладку керамогранита Polaris серый. Размер данного изделия 400 на 400. Это приблизительный размер. Он может играть миллиметр в эту сторону, миллиметр в другую сторону. В общем, в чем суть данного видео? Хочу сказать, показать. В данном виде керамогранита я обнаружил вот такой дефект. Если присмотреться, то по краю керамогранита идет вот такая вот небольшая неровность. Вот такая вот острая грань. Чем грозит эта грань нам в будущем? Во-первых, когда мы будем затирать данные вот неровность, нам будет мешать это сделать аккуратно. Ну и в будущем, когда заказчик будет ходить по данной неровности, он будет чувствовать ее своими ногами. Поэтому, чтобы в дальнейшем нам вот эта вот рейс не доставляла никаких неудобств, сейчас мы должны и от нее избавиться. С этой стороны керамогранит у нас такой ровный плавный скос, так что с этой стороны этой рези не чувствуется, но вот с этой стороны она присутствует. Поэтому, чтобы сейчас нам от нее избавиться, мы ее должны сошлифовать. И, соответственно, в будущем она нам никоим образом не навредит. Так, и с этой стороны я обнаружил тоже. Вот она уже тут ярко выражена. Вот прям даже видно, что краска тут легла неровно. Вот такие вот заусенцы присутствуют здесь вдоль всего керамогранита. Естественно, такое изделие укладывать на пол я бы не стал и не советовал, потому что очень чувствительные люди это почувствуют сразу. Вот я пальцем провожу, если провести чуть сильнее, то можно порезаться. Но я этого делать не хочу, поэтому сейчас я должен избавиться от этого вот нароста. Нароста будем избавляться мы с помощью специальных шлифовальных кругов. Так, устанавливаем ее на болгарку. Болгарка у нас вот такая вот Makita аккумуляторная. И вот такой вот шлифовальный круг. А там он у нас на 300 стоит. Устанавливал я ее на 50. Но 50 хорошо, когда мы делаем уже резанные неровности. Поэтому сюда я поставил 300 диск. Это вот шероховатость 300. А то есть она уже более нежная. И сейчас с помощью него я должен убрать вот эти вот заусенцы. Ну давайте посмотрим, как это будет и что у нас получится. Так, ну что ж, вроде все понятно, видно, что сошлифовали мы эту неровность, и теперь у нас керамогранит стал ровным и аккуратным. И теперь спокойно мы можем его укладывать на пол. Все, на этом, я думаю, понятно. Вот такая вот, в общем, небольшая информация для тех, кто вдруг обнаружит у себя на керамограните такие же неровности. Лучше их убрать на будущее, чтобы потом они не создавали проблем. На этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока. Лайк и подписка на канал. Пока-пока.